По-моему, этот номер очень даже симпатичный. Да, Славик, ты проснулся? Ого, налетели как. Ты Mavic Pro, или как его там называют? О, вот самолет! Я Славик Pro! Ты Славик Mavic! Лук-лучок! Золотая луковица! Короче, сразу заехали на первую линию, сразу сняли номер, первый попавшийся, за полторы. Мне только надо будет один паспорт ваш. Ехал. Обязательно без вас паспорт будет. Ой, господи. Первый раз. Вот уже набережная. Проводник. Набережная рядом, прям. Если не забывайте с собой паспорт. Мы живем на третьем этаже. Так. Смотрите, какой наш номерок небольшой. Небольшой номерок. Что тут папа есть? Спит. Здесь папа. Так, значит, заходим. У нас шкафчик есть. Даже сейф у нас имеется. Телевизор. Холодильник. Двуспальная кроватка. Диванчик для Яны. А здесь есть столик. Есть даже кондиционер. И даже картина с дельфинами. Такая красивая. 3D. И телевизор сам. Да я на телевизор, а мне все равно. Я пойду в туалет, загляну. Заходим в темную. Душевая. Очень красиво, душевая кабинка. Бойлер, все как полагается. И кран, конечно, это самое главное. Конечно, кран, чтобы вода текла. Дали нам каждому по полотенцу, простыночку дали. Да, каждому. Аж 4 подушки на нас троих. Вот так вот. Смотри, здесь очень хороший Wi-Fi. Отличный. Кстати, рядом тут договорились. Пароль вот такой. Пароль из цифр миллиардный. Сняли жилье напротив отеля Галеон, вот в этом доме. Называется гостевой дом Каффа. Угу. Очень что? Хозяйственный хозяин. Уходя, выключи свет, выключи воду. Молодцы. В общем, идем на Напку. И тут буквально сколько метров? 50 метров. 50 метров на берегу. Кстати, аптека есть, очень хорошо, все рядышком. Купальники, кто забыл? Ой, как красиво вид. Боже, как я давно сюда хотела. Ух ты, господи. Внизу, а вот такой простой ходит. Это Михаил Светлов, Айлюлю. Это у нас нет такого. Жаль. Ну вот и почему мы такие, вот такие красивые, 500, да? 500 рублей с человека. 500 человек. Девочки бесплатно. Ага. То есть нам будет на двоих штукарик. С экскурсоводом рассказывать. Приветствуют на борту яхты «Ассоль». Сейчас на этом срезе горы увидим еще. Это человек с бульвара Капуцинов, Дон Кихот, пираты 20 века. Экскурсия была 3-4 часов, но где-то продолжительность. Карадагский змей с головой дракона. Открылся базальтовый арка золотых ворот, символ. Под золотыми воротами не первый звон, первый звон монет. Бросил очень якорь. Красиво. Купаемся в открытом море. Погружайся. И возвращаемся обратно. На всю полтора часа, в 9. Да, вот нам туда. Видишь, как он сегодня светло, не знаю, светло-песочного цвета, хамелеончик, я знаю. Ой, как я хочу скорее. Ой, хорошо, вот он, хамелеончик, выброс вулканического пепла карадагского. Мы с Янкой стали, так сказать, на первом горбу хамелеона. Папа пошел дальше наш, на самую голову. Так что, ну там Яна хотела, но там очень узко, и там уже люди есть. Первый
тяжело, если бы я пошла. Папа бы переживал за тебя и за руку все время держал, да? А там места мало. Тут пляжик довольно узкий, смотрите, всего на два шезлонга и все. И камни довольно-таки большие, галька такая крупненькая. Это природный заповедник. Карадаг просто так не пройти, туда нужно идти с экскурсией, которую организовывают здесь от биостанции. Здесь где-то биостанция, и они организовывают экскурсии, можно пройтись по Карадагу, потом по экологической тропе, а можно сделать поездку по морю и посмотреть Карадаг с моря, будет очень здорово. Извините, конечно, за знаете, это, конечно, но оно есть. Урна есть нормальная, все, мусор убрано, ну вот люди свиньи. Кара. О. Ке. Молодец, караоке. Петь, кто любит, это на караоке, пожалуйста. Тут, короче, одни кафе сплошные вдоль пляжа, вдоль набережной сплошные кафе. И сувенирные лавки с одеждой, с купальниками. Надувашки всякие. Ой, смотри, тут тоже вон рыбки. Мам, можно папа чуть-чуть? Вот. Ну сейчас, папа, если найдет деньги мелкие, то тетя сдачи нет. Щекотно? Ого, налетели как. Проходим мимо дома Волошина. Эх, красивая набережная, кстати, чистая, да? Мусорки чистые. Он нас зовет, я чувствую. Привет, привет! Да, да, да. Рекс. 15 минут 200 рублей стоит. Рельеф совсем другой, да? Посмотри, холмистые да. Такие, видно все дорожки, никакой растительности, там, наверное, кустарнички только маленькие растут и все. Улов? Да, это на память с Тихой бухты, сокровище. Эта земля, знаешь, как называется? Бэдленды. Что? Типа плохая земля. Это такая земля, где ничего не растет, для возделывания она не годится. Мыс Хамелеон состоит из глиняных сланцев, и они, отражаясь на солнце, дают хамелеону такой разный цвет в разное время суток, в разную погоду. Он может быть и фиолетовым, и серо-голубым, и желтым. И вот песочным светлым таким, как сейчас. Наш папа нашел отдыхающих туристов с Краснодара. Сейчас запускают квадрик, сейчас будем махать ручкой, смотреть на себя. Вот. Забрались на мыс Хамелеон. Дальше не идем. Все боимся. Дальше страшно идти. Горный массив, вот этот Карадагский заповедник, очень красивый. Я даже не знаю, ну вот все любят ЮБК, да, там горы, красивые Петри. Но тут, мне кажется, рельеф гор совсем другой, и он мне больше нравится, чем мои Петри. Кисюня, ты рыбку ждешь? У тебя Колюша, привет. Привет. Персей. Нам бы такую яхточку. Юля, нам надо поставить цель купить себе яхту. На черт она нужна? О, может, донат соберем? Накидаем денежек на яхту. А потом будем все возить. Будем всех кто скинется на яхту, да, всех будем подписчиков возить. Будем катать бесплатно. Крым сейчас не переполнен. Приезжай, отдыхай спокойно. Вот именно, на пляже, спокойно выше. Можешь отдохнуть. Да, может, для тех, кто действительно на этом зарабатывает, немножко меньше у них было. Но, тем не менее, для туриста рай. Вообще рай райский. Да, никому не верьте, каждый найдет свою цену. Тут прям лестница такая, прям на пляж, а красота. Ты тоже снимаешь? Немножечко пройдемся по пляжику. Тут пляжная зона широкая. Это там вначале было узенько. Мы проходим. Есть раздевалочка. Причаливают кораблики красивые. Романтика. Не, вот это не надо садить. Не-не-не. Не-не-не, не надо.
Да зачем мучить животных? Да не надо. Ну, конечно. Вон, смотрите, не мучают. На бошку не наступили. Конечно, не мучают. И у нас в Ялте также не мучают. Покататься на голубях. Не, на голубях не покататься. Бедных шиншилл тех таскают целыми днями на жаре. А зато тут хамелеон меняет цвет. Смотрите, вот он уже был, он был светло-песочный, а сейчас он какой-то зеленовато-песочный. Правда, наверное, отсюда не видно будет. Блин, ну тут капец, столько всего. Сюда. Почему? А что нам сюда? Я чувствую. А что мы? А зачем? А! О, точняк, мы же на колесо идем. Я уже забыла. Так, кому холодно, можно приобрести шкуры. Обмотаться шкурой. Капец, столько сувенирных лавок. Это просто вообще. Класс, класс, сейчас покатаемся на колесе обозрения. Оно даже уже начинает светиться, так как уже начинает становиться темновато, так немножко сумерки уже пошли. Надеюсь, мы не застрянем наверху, где-то там. Ян, ты не боишься высоты? Нет. Погнали. Мамочки, надо же быстренько заскакнуть, слушай, пока она едет. Надо всем успеть. Поняла? За руль сразу хватайся. Мама, быстрее. Как ты нас будешь снимать, если она застрянет? Мы поднимаемся. Яна, все выше и выше. Надо еще успеть пофоткать. О, мы возвышаемся. Ау! Мы на квадрике летаем. Квадрик Самоделкин называется. Супер! Привет! Привет, Вася! Мы позавидуемся! Яна, нравится? Ой, мы почти на вершине, мамочки, страшно как! Держи! Ух ты, класс! Все приезжайте на колесо обозрения, как ты бель. 150 рублей с человека, дети до 5 лет бесплатно, и второй круг в подарок. Уже второй год у них действует акция. Завтра мы пойдем на хамелеон. Вот, это место любят нудисты тоже. Поэтому здесь вот есть нудистский пляж. Они голые. И завтра мы поедем на морскую прогулку. А сейчас чуть-чуть, вот там вдалеке, он такой салатовый. Вечереет, что называется, смеркалось. А где-то там далеко садится солнышко, еще видно зарево, видишь? Да, да. Фу, воняет говнецом каким-то. Я квадрик. А вот там дельфинарий, дельфинарий, смотри. Мне очень нравится. Да? Так здорово. Я вообще очень давно на колесе обозрения не была. Это к видео о Ялтинском луке, фестиваль, смотрите его, вот он сын там будет. Лукучок, золотая луковица, мне не пришел. Волна талантами земля, крымская. Лукучок, золотая луковица. Можно не включать еще, нормально и так. А я твоя юждышка! Вы в что за вонь? Чем воняет так ужасно? Гадость какая. Музон лобает, слышишь? О, вот это. Пошли скорее, смотри. Всем привет еще раз, вечерний Коктебель. Встретили туристов, подписчиков наших из Минвод, представляете? Ставропольский край, да? Северный Кавказ. Северный Кавказ. И тоже в Крыму. У вас тут горы нет? Горы у нас есть. У нас даже надо больше менять. Горы и выше, но моря у нас нет. Нам тут настолько нравится, что мы еще 8 приедем. Это отлично. Даже, смотрите, с собачкой приехали, чтобы его дома не оставлять. Смотрите, какой красавчик. Будьте, господи. Пушись.